Доброго всем времени суток, с вами Тексер. World of Sea Battle. Не знаю, что у него тут будет выгружено, у него ничего нету. А, собственно, это мой новый корабль, Ла Криоль. Что ж такое громкое это? Буря где-то рядом. Я его немножко украсил флагом и парусами. Это из данного магазина. А также я построил Black Wind. Но его пока трогать не буду, он остров. Можно забрать? Да, заберу. А, забрать. Корабль. Построить юнитуки, более 5 кораблей. Это здорово. Все, все слоты забиты нахрен. А, я с ним пока не буду. Пока не буду. Надо кого-то из этих забрать, наверное. Так, Ла Криоль. Давайте на ней поплаваем. Собственно, апгрейдов я уже что-то воткнул. Разных. Ну, мне будут говорить, что... Мне будут говорить, что ты, наверное... Зря такие поставил, могу другие ставить. Короче, какие поставил, такие поставил. Ок, мастерская. Мастерская орудия. Вот я сюда факелы хочу поставить. Нам 20. Железа не хватило, охренеть. Ладно. Вот железа не хватило, это серьезно. Да, давайте посмотрим тогда. Медим железо. Ну, есть 1900, вон. Давайте сгоняю. Туда. Только не на этом корабле. Давайте сгоняем на России. Что, в трюме? В трюме, зашибись. Неожиданно, вот. Чего угодно мне могло не хватить, но чтобы железо, это, конечно, пипец. Нежданно. Есть у меня железо в других местах лежит. Например, вот тут. Ага, хрен ты посмотришь, что у меня лежит. В порту нельзя, да, как бы? Но тут должно быть железо, потому что там я делаю переборки, а не железные. Ладно, фигня, поплыли. Но ветер попутный. То есть обратно будет встречный. Я, собственно, хотел на новом корабле поплавать по миссии. Посмотреть вообще, что как. С новыми пушками. Зря что-то вложился в пушки. Так, жадно гнобит. Так. Ну давай, я просто отсюда заберу все 2000. Кстати, надо было захватить сюда обломки. Ну да ладно, не подумал. Опять. Удобно, когда рядом. Чего я башню разглядываю? Вот так смотался и все. Очень хорошо. А туда у меня собираются все ресурсы. Скажи. Ты что, бочками кидаешься, Ирод? Это же бочки, да? Или это обломки? Редвиц. Это обломки. Как бы ты-то мне не нужен. И оно мне не нужно. Нипси бегает против ветра, на всех парусах общать пишет. Она может. Ладно, я не буду в этом участвовать, нафиг. Неудобно, неудобно. Как он умудряется с порта выходить полубитым, а? Там же чинят. Или это отключается автоматически? Ну, автоматически починка. Ну ладно. Еще я думал мортирный корабль сделать. Ну, благо там смешное количество ресурсов. Мне кажется, забавно из него тоже пострелять такой. Как в танках арта. Глупый ты, блин. Миномет такой. Ну, ладно. Сначала по порядку. Все по порядку. Сначала Ла Криоль, потом Black Wind. Для Black Wind я уже пушечек, к сожалению, не наберу.
Где я медиахит найду? Так, первый склад. Все выложено, все выложено. Да, аж 16 уже накопил. Вот, здорово. Так, мастерская. Так. Давайте, лакриоль. У тебя 28 пушек. Так. 12. То есть мне еще 16 пушек надо. Давай посмотрим. 11 могу. Это не серьезно. Мне на 5 пушек нужно железо. 5 на 168. Эх. 500. 800. 840 железа. Давайте я куплю просто это количество железа недостающее. Глупо, конечно, я понимаю, но... Так, где-то подешевле. По 9. По 4. Так. И тогда подороже 600. Не кисло. Ладно, фигня. А разберемся как-нибудь. Деньги — это дело наживное. Деньги — это всего лишь деньги. Так. Погодите. 28. У меня 23. Мне нужно 5. Все, прекрасно. А, собственно... А не сказал, какая максимальная на этом корабле, да? Че, все, что ли, можно ставить? Факел. Оп. Факел. Борт. Факел. Отлично. Кормовые. Блин, у вас кормовых 4 штуки. А у меня остались. Хе, одна адмиральская. Пойдет. Все? Вроде все. А, так кормовые имелись в виду. То есть, типа, бортам? Я понял. Экипаж. 23 рыла. Ну, я так понимаю, у меня они будут вот так. И канониры. Блин, я сейчас по баблу-то провалюсь. Да? Я по баблу-то провалился. Так, хорошо. Давайте... А что у меня есть вообще? Может, что продать что-нибудь ненужное? Ну, да, я могу торгануть ненужным, допустим, деревом. Я могу торгануть... Сахар неожиданно на ром нужен. Я могу торгануть чем? Железным? Ну, смолой могу немножко торгануть. Немножко, чуть-чуть. Так, дерево давайте сначала. Ну, как-то вот. Ну, как-то так. Паруса. Как-то так. Это чтобы воевать было чем. А теперь пойдем... Это снасти? Фига себе, у меня снастей. Надо ли мне ловить рыбу? Давайте, при случае буду ловить рыбу. Мы прям так это выйдем. И все-все-все будем ловить. И все-все-все будем ловить. Зерна навалом. Может, правда торгануть? Давай попробуем. Деревяха. Так, всего у меня 1400. Давай, косарь продам. Так. Деревяху. Смола. На смолу сейчас вообще спрос. Открывать 300. Ну, давай вот так. Плавим. Ну вот, ну просто без денег, ну, не, очень неуверенно себя чувствуешь. Так, теперь давайте в таверну. Торговая капель. Кстати, каперская. Да.
И узнать еще. Вот я два задания взял. И теперь выходим с порта. Обломки я взял с собой, да? Не взял. Обломки надо на остров закинуть, чтобы там были. Так. Режим. Сами в режим. Кстати, в режим могу пойти там. Свитки-то все такое. Так, вот сюда. Свитки у меня есть. Могу пойти в режим. Поперли. Ох, тут народ крутится. Так, мне туда. Ну и вот так разберут. Блин, меня бы не накрыли. Стрелки-радисты, блин. Ну что, красивый корабль. А просто какой у него боковые крепкие паруса еще вообще. Это, видимо, апгрейд, который я поставил. Какие-то дополнительные паруса, что-то такое. Отдать паруса! Личный остров. Хорошо. На апгрейд пока мало, надо 50. Ну, ладно, увы. Так, увы, что делать? Пошли смотреть. Так, выходим. И... На мели. Ну, за ром, да. А я ж два задания брал. Ага, ну хорошо. Диверсия? Блин, это опять бомбы взрывать. Хм. Толпой одного, конечно. А вон мортирный корабль стоит, плюется. Пытаются забордажить. Ладно. Мешать не буду. Охреначит-ка. Так, поплыли. Немножко против ветра получается. Че у меня справа? Рыбалка осталась справа, да? А, нет, человек у меня справа остался. Ну я что, не плыву. Так, это южный бастион. Не мимо него. А, я прям мимо него. Ага, захотел. Как раз против ветра получается. Ну ладно, давайте так пойдем. Может, ветер скоро переменится, и мне будет счастье. Корабль довольно ходкий. Но это не та шлюпка с косым бушпритом, на которой я плавал. Прям бочек Петра Первого. Смотреть противно. Не корабль, не пойми что. Так, сейчас за угол заплыву и влево, блин. А, не, я смотрю, вот такой же корабль, как у меня, тоже с боковыми парусами. Может, вообще такой? Может. Что-то мелкое бежит. Так, ну я могу на курс-то лечь теперь? Мечтать не вредно, да? Ну, вот так вот могу ползти. Да-да-да, противно, что так. Круче к ветру, круче, давай. Боссман недоволен. Я какой-то апгрейд поставил, что выстрелы любыми ядрами являются зажигающими. Надо будет попробовать. Кстати, давай попробуем. Вот так. Хорошо. Так, что там? Вон. А, это обломки. Я думал, рыбу половить. Просто заодно. Ой. А вон, кстати, товарищ, который за рыбу продает всякое полезное. Поэтому имеет смысл. Там можно даже боевые в марах прикупить. За рыбку-то. Так, ну это я всякого купил. Кулеврина 16, гладкая. Нафига мне кулеврина гладкая?
Эх, торгаш, торгаш, тебе даже не подплывешь нормально. Ну, где-то он тут околачивается. Если наловлю много рыбы, я сюда сплаваю. Так, а пока плыву с заданием. Ну, за ром там. Там просто доплыть берешь и все, и тебе ром насыпают. То есть даже задание, которое не задание. Так, что там впереди? Шлюпка какая-то. Пойдем. По деньгам просел сильно. С постройкой двух кораблей прям просел. Канонеры. Хорошо. Вот когда снастей нету, рыба есть. Когда снасть есть, рыбы нету. Почему так хреново знает? Здесь рыбы нет. Обломная проблема. А еще когда возишь рыбу, она тухнет. Поэтому набрать рыбы, не знаю, закинуть в порт и... А что закинуть в порт? Можно идти и искать торговца. Чего нет? Мне вот не нравится, что там задание на диверсию. Диверсия — это всегда бомбы кидать. Мне это не нравится. Вот утопить, да, милое дело, как утопить. А бомбы? Блин. Но у меня есть 3 бомбы, но этого мало. 3 не хватит. Так. Впереди какой-то злобный пират. Что такое? Это игроки. Которые агрятся с трубой. В количестве 2. И чем там занимаетесь? Так, ветер меняется. Это прекрасно. Паруса отдать! Круче к ветру! Ну ладно, опять же, участвовать не буду, потому что ну, я пальну в них, конечно, что с того толку. Вот этих мелких. Эти орлы непонятно чем заняты. Так, вон там задание мое. Блин, как же долго к нему плыл, да? Тут на берегу задание. И елки, опять против ветра. Греби, давай, греби. А можно паровую машину поставить на корабль? Красиво, вот просто инквизиция прям нравится. Давай. Ром, принять. Задание на мели выполнено, то есть вообще просто вот на халяву. Так. Все, неудачно потопался, ну ладно. А, гребем обратно. Так. Вот вторая черепуга. Второе задание. Вот там диверсия. Ну, не знаю, скорее всего, даже брать не буду. Очень много игроков в игре прям добежало. В какой-то момент прям толпы ломанулись. И выпилили всю непись. Даже иначе лучше сейчас все-таки взять эту диверсию. Ну, 3 бомбы-то у меня есть. Или отказаться. Ох ты, звездочка идет. Ну, у меня такое 2500 не очень. Во-первых, у него непростые пушки. О, леший пошел. С ним воевать что-то. У звездочки непростые пушки. Лови. Не попал, бывает.
Не, смотри, Телеш не за звездочкой бежит. Вот так вот. Стрёмно тоже. Да, мелкий против мелкого воюет. А тот мелкий бочки кидает. А я сейчас в них впилится. Не, не впилился нормально. А Леш что-то там крутит. Может, правда, звезду хочет. Эту. Так. Подойти близко и подойти близко и подорвать. Отказаться. Нафиг. Ну что там, на звезду охотимся, нет? Пойдем посмотрим. Я, может, поучаствую. Что там у нас сзади? А, ну это на берегу. Давай, 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 давай. Вон он, да? Да. Ну чё тут у вас, вы воюете или чё? 1800, я бы жахнул. Хрен там. Не поджигает. У меня перезарядка быстрая. И летает далеко пушки. Ты куда таким пилями садишь? Да. Что-то эффект поджигания-то не катит. Давай, бронскугели. И пошли воевать. Ну и все, хана ему. Карабас, захвати, что ли, хочешь? Не-не-не, не мечтай. В общем, апгрейд, который якобы позволяет стрелять всеми ядрами, как огненными, фигня. Тонет. Готов. 86, я маловато дамага нанес, конечно, но ладно. Крутим, 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 крутим. Отлично. И ничего, да? Я говорю, мало дамаг. Ладно. А рыбов-то нету, да? По-прежнему. Так, печеница надо. Сейчас. Соберу лут. Вот, теперь можно апгрейд устроить острову. И да, в бастион против ветра идти. Ай-яй-яй. Так, что у меня по ядрам? Ну, у меня вот этих и мало, на самом деле. А, ну калибрин гладкий, да. А на этом максимальный 32. Пушки, то есть я мог 32 пушки поставить. Ну ладно. Ну вот так я пущу против ветра. Может, что увижу, что потом постреляю сейчас. Капитан змей. Ну тут прям кишат. Игроки прям кишат. Да, у меня еще не все паруса стояли, что-то ползет.
корабли игроков прозрачны друг для друга, можно вообще на самом деле не париться. Метку бы за угол повернуть, там уже нормально пойдет. Дотошнить до угла. У него та же проблема. За угол выползти. Чувак! Что за корабль, не знаю, но... Че-то, наверное, попродвинуть ему его. Гребем вместе. Он даже башню зацепил. Бочек Петра Первого чешет. Хорошо, от такого избавился. Есть, вошли. Отлично. Экипажи высажены. Хорошо, это оставляем. Ядер надо прикупить. На корабль. Пойдет. Так, ну чего, снова в таверну? Две возьму миссии. Ром еще очень нехреново идет на орудие. Так. Что у нас сверху? Хорошо. Пошли. То есть, такое впечатление, что там крафтеры все, напившись рома, крафтят эти орудия. Вот так. Так, ой, а внизу? Внизу. За этим островком. Чё-то куда-то я не туда, да? Ломанулся. Ну ладно. По ветру пойдем. Вот самое бестолковое задание диверсии. А, там еще одна. Одна тут, другая там. Чё, прям за углом? Серьезно? Вот так. Стоит, а задание раздает. А реально против бедно. Отдать паруса. Взаимодействие. Потопить корабли, которые принял тебя за своего. Слушайте, опять фигня какая-то. Ну что это? 700 золота. Отказываюсь. Я отказываюсь принимать в этом участие. В этом фарсе. Все паруса. Сначала приедем полуруса на 100%. Потом, блин, вот это. Фу. Проще плавать, топить их все подряд. А, я против ветра, да? Все, он пропал. И смотрите, рыбы нет. Всю выловили. Плыви, плыви. Да, что-то мне сегодня добычи-то прямо нету. Заданий нет. Тихонечку грибу против ветра. На самом деле можно проще плавать по ветру и топить непись. Вот и все. И не запариваться с этим совсем. Хоть что-то наверху творится. Но не факт, что это неписи, это игроки скорее. Вокруг порта очень много игроков. Смотрите, какие бестолковые задания. Я просто смотрю и офигеваю. Так. Здравия желаю, капитан. Уже знаю, зачем вы здесь к нам приходите. Не чтобы попить чай с губернатором. Давайте не будем тянуть кита за усы. Вы делаете, мы платим. Еще со времен начала этих войн за территорией море стало опасно для этих торговцев. Поэтому торговцы нам требуются непростые. Точнее, торговцы под прикрытием. Орлы тут шайка разбойников, которые нам очень насаждают. Уничтожьте их до того, как они уничтожат нас. Вас, вернее, согласны? Ну, давай.
Хотя бы так. А, ну, смотрите, задание топить NPC. Просто топить NPC. Так вопрос. Может мне просто топить NPC, не заморачиваясь с заданием? О, вот рыбка. Ай, блин, снасть из трюма выкинул. Ну так понятно тогда. Почему мне попалась рыба? Потому что у меня в трюме снастей нет. Забавно, они все вправо, сюда. Ой, смешные задания. Так, за островом. Хорошо. Крысий капитан вон плывет. Кто по кому дул? Тот, кому думает. А там мою непись гонит. Орудие к бою! Иди нафиг. Они там. Так, вот вражина, которая мне нужна, наверное. Хорошо, Петрий, к ветру. Крутись, крутись, давай. Круче к ветру. Но перезаряд тут реально быстрая. На тебе еще. А сколько мне утопить надо? 4. Ага, хорошо. А фарконеты так быстро не перезаряжаются. Отобрали. Так, по мелочи. Но и то с него 300 там с чем-то монет, да? Вот два корабля утопил, вот тебе квестовое задание, все. Железо, нафига мне железо. Матрос попал в ловушку, здорово как. Еще матрос попал в ловушку, нет? Все собрано. Ну пойду еще что-нибудь. Так, надо починиться. Так, этого засчитали, все хорошо. Сейчас починюсь. Правда, уже пошли его отнимать у меня. Ну ладно. Я поучаствую в любом случае. А чиниться надо. Первый рей к ветру. Попал, что ли? Может, лавит топор. Че молчишь, попал, что ли?
На тебе еще есть вульканетов. Давай ближе. Далеко, далеко. А кормовые у меня простыми ядрами хреначит, да? Эх, по тормозам. На тебе. На тебе в корму. А еще могу? Не, не достаю. Эп! Огонь. Так. Гори давай. Дорожку тебе огненную сделаем. И так вот еще. Попал. Отлично. Фальконет-то бьет недалеко. Догорай. Хе-хе. Ну что, я целиком его сделал? Ну, ох, у него еще кормовые есть. Ах, ты ж собака. Так, он целиком мой. Мне же никто не помогал. 163 опыта, ну как немного. Че, еще парочку? И задание будет выполнено. А, Морган идет. Ну, какие-то паруса. А, вообще добавишь, я понял. Расходка. Так, Морган мне нафиг не уперся. Так, мне вот туда надо. И чиниться. Нехрен битому плавать. Так, древесина 130, но я, видимо, тут кораблей собрал как-то так. Паруса отдать! Круче к ветру! Стучи, стучи, давай. Медленно, конечно. А расходка паруса это на время, тут не скорость прибавит. Моргана даже не знаю, не хочу стрелять. У меня другие цели. Надо все-таки эту миссию закончить, чтобы не висело. А Моргана топит. Боцман, не бурчи. По-моему, там утопили корабль, который вот у меня полагался. Пока я тут чинюсь. Так, тапок в пол. А это товарищ с черной меткой. Я вообще не знаю, что с ним делать. Паруса отдать. Круче к ветру. Так, а он моя жертва. А че это такая жертва странная? Ну ладно. А, или нет, не костяная фигня жертва. Гайд, тут что-то очень много всего. Орудие бою. Ладно. Лиха беда начала. Да блин, ты куда? Он его тащит рядом с собой, блин. Ой, болтыхает, как меня. На тебе. Ну, вроде это корабль, который надо топить. Судя по метке. Блин, отнимают. Отнимают. И да, вот сейчас он как раз чешет против ветра. И ему все равно. О, давай. Огонь.
высоко взял. А он ядерный кидал. Ну, ядер-бочек. Так, ну мне еще один корабль утопить. Все будет хорошо. Давай, 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 давай. Заплыл таки в огненную ловушку. А, все, фальконет кончился. Ай-яй-яй. Ну давай, еще раз ко мне плыви. Мелкий корабль. Тоже вот минус по квесту. Мелкий корабль, ничего хорошего с него не возьмешь. Все, утоп. Сейчас огонь догорит. Может быть, пойти полутать. А, да, конечно. Ну вот, мне дали опыт, мне дали свитки. Это все за уже квест. Как бы, а стоил того квест? А мне кажется, ни хрена. Сигнальная ракета. Ну, это временный баф. Бросопить реи к ветру. Пошли бросопить реи к ветру. Так, ладно. Где база-то? Хрен носит черных метров. Что-то они тут скопились. А что с ними делать? Хоть где-то что-то было написано. Что такое черные метры? Что, с чем ее едят? Хрен его знает. Так, куда ветер-то? О, ветер попутный, отлично. Ай, лайтинг без меня топят. Жалко, вот с этого можно было что-то поиметь. Так, тапок в пол. Лайтинг-то звездочковый. Может было бы его Т8. Ну ладно. Не свезло, так не свезло. А это вот прикольная штука. Плюс один узел скорости для всех кораблей-союзников в эскадре. Но время действия 50 секунд. Я не знаю, вот вообще какой-то смысл есть. Как бы. На минуту плюс один узел скорости. И чё? Бесполезная фигня. Здесь не чешет. Тексет. Почти тексер. Кого долбим? Даже не интересно. А какой пузатенький корабль, странный, да? Я что-то не знаю. Вот какой-то лут. Не, мне кажется, нафиг миссия. Просто буду плавать и по ней всем охотиться. Потому что ну, как-то смысл лишено. Чем я вот? Сколько там, 700, 800 денег, да? Ну и чего? Ну, свитки, да. Ни марок, ничего. Боевых марок не дали. Так, а с черной меткой оно... По нему гварды стреляют? Ну, я-то не могу. Я не пиратским флагом. Непонятно вообще мне. Давайте посмотрим. Социальное меню. Поиск, что ли, какой был? Даже не знаю. Непонятно что. Тут хочу узнать, что такое черный метр. Как я это узнаю? Да никак. Трудно нормальный хелп в игре сделать. Паркуемся. Давайте экипаж поправлю. Так, что мне надо? Ну, давайте канониров. Чего нет-то? Да. Апгрейд, говорят, апгрейдится иногда. Ну да, он опыт идет. Я обычно корабль меняю раньше, чем они апгрейдятся. Ну, вот так немножко... Немножко бесполезно поплавал.
гораздо больше заработал бы, если просто непись топил. Единственное, что я не знаю, марки вот эти вот. Какая марка? А это скупают, да? Ага. Череп буду скупают. А продают-то почем? А вот продают. Ни хреново так продают-то. Я бы сказал. Это 6 тысяч. 22 штуки. Ну, на корабль будет надо, конечно. Ну, может, так заработаю. Я что-то заданий, чтобы марки давали, не увидел. Всякую фигню дают. Ладно, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.